последние сердечки, вот от них я мотаю 42 комментария. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один. Сколько ты сказал? Тридцать два? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Выиграла Тани Гоу 55. Тани Гоу 55. Ты прислала 3 сердечка. Значит, Тани Гоу 55. Пиши мне в директ. Ты выиграла авоську с катаном. С катаном. Вот. Пересылай в директ, пожалуйста, свой адрес. Завтра я пойду на почту и отправлю вам 3 авоськи, которые вы выиграли. Спасибо, ребят. Муа, муа и муа. Вот. Неизвестно, кстати, никто не знает. Можно ли купить авоську? Да, авоську можно купить в магазинчике, в моем магазинчике Your Inner Guru. У меня висит ссылка в сторис на мой магазинчик, где моя одежда, и там вот эти сережки у нас продаются. Поэтому просто свайпайте, и там можно купить авоську. Просто напишите в директ, там полно у нас авосек. Спасибо вам еще раз. Вот. А, друзья, огромное спасибо. Чишек, да. Не хочется расставаться. Ладно, огонь, огонь, да, огонь. Спасибо, ребят, за чудесный, да. Мотив все знают, название нет. Играй еще. Да. Давай, Илья, сыграй этот, Престо. Ой, ладно, нет, нет, уже концерт наш закончился, все. Да, ребята, всем спасибо. Я вас благодарю. Вы супер. Да, мне вообще дико понравилось. Это был такой класс. Дим, как ты вообще его можешь просить? Илья. На бирж? Ну, давайте, что-нибудь сыграем. Что, давай последнее-то, что ты играл. А что ты хочешь? Круизин. Вальс? Вальс? Вальс. Это ты и помнишь, ты его не помнишь. Все, нет, помню. Ладно, мы не можем остановиться. Ну все, народ уже разбегается. В общем, в следующий раз Илья подготовится еще получше, да, Илюш? И сыграет уже очень качественно, без ошибок. Пока. Очень приятно. Все, всем пока-пока. Шикарная семья. Скажите про основные... Самые популярные мантры. Слушайте, ну это очень длинная лекция будет. Приезжайте ко мне на йога-тур, у меня там целая... Давай! Вообще целая по мантрам семинар. И на йога-туре. Приезжайте в Крым, ребят. Не Крым будет 9 августа. У нас там будет вот такой же отжиг. Может быть, и не остановлюсь. Да, приезжайте обязательно. 9-16 августа в Крыму. Илья, будем ждать только твой концерт. Да, ждем Илью, тут написано. Вальс, во, вальс-доги, ну, вальс-доги у меня, ну, я могу сыграть, он такой очень достаточно вальс. Простой и можешь очень красивый, да, ноги. Могу.
уже конец. Это моя работа, господи. Спасибо, ребята. Ладно, молодец. Спасибо, ребята, за все вам. Спасибо. Талантливый, молодец, круто, спасибо. Спасибо. Спасибо самому крутому пианисту тоже пишут. Я просто был не в духе, я поэтому запыхался. Он не в духе немножко. Нет, ну, извините. Ладно. Ладно, все. Все, ребят, я, конечно, получше подготовиться, чтобы уже было все на уровне. Все, друзья, мы пошли собираться. Большое спасибо и всем пока-пока. Увидимся в следующий раз. Пока. Ну, сколько нам накапало?